Типа шма сейчас в целом. Вот он. Плохой? Али. Какие ли он коштуи? А? 200. Чё? 200 евро. 200 евро? А, ну так.
5, вот, 2, 4, 5. Где-то вентилятор, это из недостатка. Вот 80 наносекунд клетка, и спад у него где-то 2 вольта клетка, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 где-то вольт. Тут не с самого низа может мериться. Ну, если от 12 до 2 вольт считать, то где-то 50 на секунд спад. А подъем так тут вот очень. Секунд клетка, вот тут как бы сперва более крутой спад, потом почему-то не такой крутой. Драйвер тут TC44 52, подделка. А затвор идет 5 Ом резистор, на закрытие идет четкий диод, поэтому спад намного лучше, чем открытие. Секунд клетка, где-то 40 наносекунд можно считать. Вот этот очень мне не нравится. Это чего он тут получается? Может, это как-то с диодом связано? Попробую перемычку поставить.
ничего вроде бы не меняет. Почти. На затворе RFP-460 от транзистора. Длина импульса где-то 200 наносекунд, самая минимальная. У нас, на самом деле, меньше, чем 200. Перемычка. Давайте попробуем открутить транзисторы и смотреть весь транзистор. Крутость фронтов. Вот без транзистора. Очень затвор у него большой. Этот как-то не очень регулируется хорошо. Это отставание есть, он где кручу, он не регулирует, а потом резко прыгает. Вот. Туда-сюда. Вот почему он не на там, где настроил. Как-то странно вот ходит. Не его поймать. Вообще тут идут такие импульсы очень узкие. Они на 1 кГц идут, вот поэтому их трудно может и поймать.
Тут на щупе написано, что, я так понял, но тут 100 МГц, потом черточка и 6 МГц, значит, и потом внизу 10К и 1, то есть 10Х и 1Х. 10Х 100 вольт, а 1Х 200 вольт ПК, а тут 600 вольт ПК на 10Х. И так я понял, что 100 МГц это на 10Х, а 6 МГц это на 1Х. Такие характеристики этого щупа. Я так понял. И тут можно попробовать поднять частоту, а то очень трудно может словить, поэтому именно. Все равно. А может триггер надо поднять. В сторону убежал, но уже не знаю. Хотел фронты посмотреть, но не могу поймать его. Он слишком короткий, наверное, надо длину удлинить. Наносекунд клетка. За
покрытие фронт где-то получается 5 наносекунд. Но это предел осциллографа, он вроде бы может только, он такое и способен мерить. Его фронт 4 наносекунды, кажется, вот тут. А нет, ну да, где-то тут. 5, где-то 4-5 наносекунд. Где-то 6, можно так сказать, примерно. Открытие фронта тоже примерно такой самый, если вот отсюда считать.